Конкурс-фестиваль «Москва объединяет друзей» прошел в детской школе искусств поселка Развилка. На сцене учреждения выступили учащиеся из столицы и области. Ребята пели и играли на классических и народных инструментах. В состав жюри фестиваля вошли артисты Большого театра Ника Рябчиненко и Константин Шимарев, а также доцент Российской академии музыки имени Гнесиных Андрей Джангваладзе. Высокую оценку профессионалов получили юные таланты из Московского государственного института музыки имени Шнитке и детской музыкальной школы имени Ипполитова Иванова. Мы всегда рады обыграться перед новыми людьми, поднять им настроение, как-то, чтобы они начали больше ценить музыку, наш инструмент. Не остались без наград и сами учащиеся Развилковской школы искусств. У юных музыкантов 24 диплома лауреатов конкурса, а гитарист Юрий Метелев получил гран-при фестиваля.